Привет, это канал IT User Help. В этом коротком видео я хочу рассказать о том, как отключить функцию распознавания лиц, либо функция Windows Hello в операционной системе Windows 10. Часто бывает такое, что эта система работает неправильно, дает сбои, либо не распознает, и вам требуется ее отключить. Для этого нужно перейти в редактор реестра. Для этого в поиске вводим reg edit. Edit английскими символами. Вводим левой кнопкой мыши, заходим в редактор реестра. Перед тем, как производить какие-либо действия в редакторе реестра, нужно сделать резервную копию реестра. Для этого заходим в файл, нажимаем экспорт. Придумываем какое-нибудь имя будущему файлу, например, текущую дату. Выбираем место, куда сохранить, например, рабочий стол, и нажимаем «Сохранить». Ждем, это займет некоторое время, буквально минуту, так как файлов много и они все маленькие. Ждем. Итак, наша резервная копия реестра сохранилась. Вот он, этот файл. Его нужно будет сохранить куда-нибудь в надежное место. Теперь приступаем к отключению функции Windows Hello. Также можно и включить через это же меню. Итак, выбираем HK Local Machine. Раскрываем эту папку. Далее Software. Раскрываем эту папку. Далее ищем папку Microsoft. Раскрываем папку Microsoft. Далее ищем папку Current Version. Нет, дальше папка Windows идет. Ищем папку Windows. Находим, раскрываем ее. Здесь ищем папку Current Version. Раскрываем ее. Далее папка Authentication. Вот эта папка. Раскрываем ее. Далее папка Logon UI. Раскрываем ее. Дальше папка Face Logon. И далее мы зашли в эту папку. В этом месте нам нужно создать новый файл DWORD. Для этого по пустому месту правой кнопкой мыши создать параметр DWORD 32 бита. И даем ему название Auto dismiss on. Название должно быть точно таким, как вы видите сейчас на экране. Символ в символ и каждая большая буква, которая у меня с большой, должна быть и у вас с большой, без пробелов. Клацаем по свободному месту. У нас появился файл auto-dismiss-on. Дальше. Левая кнопка мыши два раза. Клацаем по нему и устанавливаем значение. Здесь может быть два значения. Либо 0, либо 1. 0 означает отключить функцию распознавания лиц Windows Hello. Единица означает включить функцию распознавания лиц Windows Hello.
Устанавливаем значение, которое вы хотите. Нажимаем ОК. Нажимаем ОК. Перезагружаем. Выходим из реестра, перезагружаем компьютер. И на этом проблема ваша будет решена. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.